Привет, друзья! Когда я делал обзор и тест на 7-ламповые противотуманные фары, я думал, что это просто предел мечтаний и лучше быть не может. Но к хорошему привыкаешь быстро, и, естественно, они постепенно перестали меня устраивать. И по ширине пучка, и по силе светового потока. Это не значит, что они плохие и недостойны того, чтобы вы устанавливали их на свои автомобили. Они очень крутые. Но выяснилось то, что, оказывается, есть фары гораздо круче. Это линзованные билет-модули от фирмы Creeline. Давайте смотреть. Поставляются в картонной коробке в мягком ложементе. Каждая фара идет с балластным блоком и отдельной линией управления дальнего света. Линзы выполнены из стекла, корпус металлический, радиатор тоже металлический. Крепления выполнены из пластика с возможностью регулировки фар по высоте. В горизонтальной плоскости данные фары регулируются в месте установки подкладочными шайбами. Как это сделать, мы разберем в следующем видео. Балластные блоки имеют точки крепления, что позволяет их не просто приклеивать на двухсторонний скотч, а надежно закрепить винтами. Эти фары мы установим вместе с вами в Nissan Pathfinder, оценим светотеневую границу и, конечно же, сделаем замер люксометром. Чтобы это не пропустить, срочно поставь лайк этому видео, подпишись на канал и не болей. Пока! Собаки лают, караван идет, и провокация тут не пройдет. Собаки лают, да мне пофиг дым. Я Аладдин. Надо думать, пощелкать будет попробовать. Что это?